утро. И спокойно ночи, и темно. У нас миссия купить мне елку. Я забыла брови накрасить. Вот я ожидала увидеть что угодно, когда я выйду, но что такое. Я этот, как этот, блин, из... Бэтмен? Да нет, Лори, Лорди, блин, из этого... Железного человека, брат Тора. Локи. Лорди. Я Дару Мускат. Мне кажется, тебе мешает сумка, ешь? Нет. Дару Мускат, может, все. Как странно, ведь Антона без огромного количества волос на голове. Так и ходи в военно-медицинскую академию. Кстати, да, волосы. Я ваш лечащий врач, бойцов. Я сбежала из отделения психиатрии. Фильм был такой, Марс атакует. Вот там ходили такие чуваки. А, да. Сочные крысы. Ура! Вау! О, ёлка! Где моя книга? Все. Новый год у Маши на фасад. Добро, мой тур по комнате. Вот это мои родители. А это мой новый макбук. Я планирую планировать кухню. Станут ли балерины? Ой, как клево! Давай на высоту, покажи нам все мастерство. Я сниму твое мастерство. Достаточно мастерски. Мне кажется, можно закрыть шкафом. Самая упортая поездка в Икею, которая когда-либо у меня была. Нею. Маш, скорее зеленый дракон, чем ты. Улимозг. Маша сейчас со своим единорогом. Помните, как фильм Бобр, помнишь? Это теперь я. О, Маш, я нашел тебя. Так. Напиток тогда тоже бесплатно. У меня нет елки, но уже есть украшения. О, извини, у тебя чуть не упало. Кури-мули-ули. Кормёшка. Пока Маша не видит, расскажите что-нибудь о ней. Маша самый добрый и прекрасный человек, которого когда-либо видели на этой планете. Она такая прекрасная. Просто посмотрите на нее. Она как ангел, который спустился к нам из Швеции в Икею. Ты при мне? Да. У меня сейчас последний вопрос остался. Сколько она тебе за это заплатила? Так, информация... Ульяна закупается коробками для Улибокса новогоднего. Антон, что это? Это рюкзак Ульяны. Она когда просто покупает книги, ей не всегда хватает места, и она... Все, я беру этот канделябр. Канделябр. Ты его понесешь? Увы. Мы нашли ее. Ну что, я беру? Как мы за тобой Я оцениваю объем моего маленького багажника. Подожди, а где? А где? Вот это она? Вот это она. Ну все. Коробки, елка. Есть, а мы тебя повезем. Мне кажется, мы сейчас самые бесячие люди в Икее. Блестки! Антон, я хочу блестки. Возьми блестки. Если вам когда-либо было интересно узнать, как Маша на вас отходит в Икее, то именно так. Нет, я не хочу покататься. Зачем я еще могу? Я была уверена, что это объявление будет касаться нас и этих двух умников, которые катятся тут сейчас на конях своих. Антон, где тебя можно найти? Тони Бойцов в Инстаграме. В Икее распродажа Фэнди Монстров. 4 штуки, 300 рублей. Мы пришли за елочными украшениями. Сейчас мы
закроем сезон с Новосад Сквот, и синоптики, два разных прогноза. Одни синоптики говорят, что сегодня будет без осадков, вторые говорят, что, возможно, осадки будут. Я, пожалуй, доверюсь, как это, мне кажется, как, 50% вероятность осадков. Hi, this is Karen Smith. It's 68 degrees, and there's a 30% chance that it's already raining. Ну что, я могу официально сказать, что это мое первое праздничное видео, несмотря на то, что официальные праздничные видео начнутся в декабре только, но, разумеется, елку я могу ставить уже сейчас. И, как вы могли видеть только что, мы были в Икее. Правда, это было пару дней назад для меня, но я очень хотела показать вам, что я купила. И, на самом деле, первое, что я купила, это канделябр. Могу я просто похлопать своему брату, который, по-моему, 11 или 12 часов ночи все это быстренько мне сделал. Это было очень здорово. Было очень много скотча использовано, не знаю, насколько это хорошо, но он висит, и это здорово. Я очень давно хотела этот канделябр, мне кажется, он добавляет, вы увидите, в туре по комнате. Я даже вам сейчас показываю, что я буду. Вот. И начну я с елки, потому что это моя первая елка, которую я купила сама, которую я выбрала сама. И я не знаю, они все называются фейка. На самом деле в Икее все фейками называются, сейчас почему-то все, что связано с растениями, все фейка, но я надеюсь, что я купила правильный размер, не слишком большой, не слишком маленький, слишком маленькую не хотела, хотя у всех моих друзей, по-моему, такая маленькая искусственная елка, но я просто думаю, да, у меня супер маленькая комната и низкие потолки, но елка-то должна быть елкой. Вот, и это... Я на самом деле никогда в своей жизни сама елку, по-моему, не ставила. То есть у нас всю жизнь были искусственные елки. Это было очень грустно на самом деле, но так, окей. Давайте я вам сначала покажу все, что я купила, чтобы потом я могла заняться елкой. Так, украшения. У меня есть одно украшение, которое... То есть, собственно, единственное украшение, которое у меня есть, это то, что мне подарила Слава. Это такой маленький стаканчик Starbucks. Я показываю вам во влоге прошлым Рождеством. И так мило. Ну, мне просто нравится, что у меня есть, хотя мы живем в разных странах. И просто все равно у меня есть такая частичка Славы. Так, дальше украшения такие красные и, собственно, золотые, по-моему, одинаковые. Вот, да, золотые и красные. Без особых каких-то я мыслей покупала их, просто мне казалось, это будет самый яркий. Но золотые, мне, в принципе, много золотых. У меня вообще нет золотых акцентов в комнате. Ну, а почему так? Мне казалось, у меня комната вся в золотых акцентах. Ничего подобного. Теперь будет, видимо. Ну, а красный, мне кажется, просто будет очень здорово смотреться как и на видео, так и просто. Когда я буду просыпаться, у меня такая красно-зеленая елка. И далее красные блестки. Красные блестки. Если я вам когда-нибудь отправлю открытку, вы можете быть уверенным, что в этой открытке, если там есть конверт, что угодно. Если я вам что-то дарю в конверте, вы можете быть уверены, что когда вы его откроете, вы с ног до головы будете в блёстках. Меня, мне кажется, все за это ненавидят, но я обожаю. Мне просто до того нравится. Очень мало моих друзей, на самом деле, любят блёстки, так как я. Мне кажется, никто не любит блёстки, так как я. Но именно из моих друзей, мне кажется, все ненавидят блёстки, поэтому мне вдвойне почему-то нравится дарить им что-то, что когда они откроют, они все окажутся в блёстках. По-моему, мне кажется, это такой маленький праздник. Пускай они это и ненавидят. И два сета пакетов. Это... вот это, скорее всего, буду использовать для выпечки, потому что я собираюсь дарить очень много выпечки в этом году. Здесь идет, получается, 15 пакетов, и в снеговике 12 пакетов. Вот. Мне кажется, это отличная вещь. На самом деле, мне очень нравится, что сделала Ульяна со своими улибоксами. Она свои улибоксы положила в крафтовые пакеты. И, по-моему, это до того классная идея, потому что коробок рано или поздно становится слишком много, поэтому мне нравится идея дарить в пакетах. Вот. И это все, по-моему, что я купила. Так что сейчас самая классная часть — это сборка елки. Thank you.
волшебная часть – это украшения. Я достала свои прошлогодние украшения. Это мишура, которую я показывала, которую я купила под прошлый Новый год и сняла, наверное, только к сентябрю, потому что она, да, висела у меня круглый год. И, наверное, серебряную часть я обовью вокруг кровати, ну, сколько тут хватит, она достаточно короткая. Потому что я смотрю, у меня кровать вся такая серебряная, вот, когда я на нее смотрю, я именно вспоминаю Winter Wonderland, не знаю, моя самая любимая рождественская песня, а елка у меня будет, пускай, золотая и красная, и вот то украшение, которое мне подарила Слава в прошлом году, оно будет у меня главным, вот. Так что включаем рождественскую музыку. И вот мы закончили результат. Я понимаю, что, наверное, не хватает больше огоньков даже, чем игрушек. Мне нравится, что игрушек не так много. Но вот самая главная моя игрушка. И я слышала, что Starbucks в этом году тоже сделал такие кружки, по-моему, а не стаканчики даже, которые можно вешать. Так что я обязательно посмотрю их. И под елкой у меня свечки. Я, конечно же, их не буду сжигать, пока они будут под елкой, но они все равно добавляют аромат. Так, здесь у меня остатки моей елки, которые я просто уберу обратно в мешок. И это мишура, которую я обвела вокруг кровати. Да, и так что-нибудь покажу вам канделябр сейчас. Это он называется Кристаллер. И поскольку у меня очень низкие потолки, я убрала практически все деления. Ну, как я убрала, Паша убрал все деления, чтобы я не стукалась головой, но еще чуть-чуть, и я могу стукаться о самый нижний кристаллик. Но неважно, я рада, что таким образом... Ух, я будто бегала, такая дышка. Я рада, что таким образом открыла рождественский сезон. И да, я надеюсь, что вам понравилось это видео. И пишите внизу, какие видео вы хотите увидеть. Правда, я уже, если честно, сделала полный список, но просто интересно, что вам интересно. И пишите какие-то свои любимые рождественские песни, любимые фильмы. Я обязательно выложу у себя ВКонтакте свой плейлист и также свои любимые фильмы. Ну, а пока... До встречи!